Привет, канал Тойруша и компания Тойру представляют. Ого, ничего себе. Держи, попробуй. С бананом поменяю. Игра в четыре руки. Привет, Артём. Привет, Юля. А что тут фрукты делают? Ну как, Новый год же. Ой, у меня по такому случаю есть игрушка. Вот она, вот такая. Что это? Это, ну, насколько я поняла, мелодии от фруктов можно издавать. Давай попробуем? Давай. Так. Ой, надо вот эти вот вынуть, держи их. Мне кажется, что это работать не будет. Да ты чего? Давай сейчас как раз-таки это и проверим. Так, давай доставать. Сейчас я отсоединю, а то мы не вытащим. Помогай. Так, вот такие вот тут прикольные, кстати, есть ободочек в виде кошечки, наверное. Ушечки-кошечки. Так, что это и зачем это нужно? Как подключать или что вообще делать? Ну, давай сейчас разберемся. Давай посмотрим, у нас тут есть картинка. Так, ну давай по картинке будем смотреть. Ну, давай тогда я банан возьму. Смотри, проводочки, тут столько их много, можно запутаться. Вот этот вот провод надо вставить. Давай посмотрим по фотографии. Вот сюда. Вот этот. Угу. Ну, остальные можно ставить куда захочешь. Так. Интересно. Ну, я думаю, коробка нам уже не нужна. Вот я еще взяла проводочки. Угу. Так, ну, бери, какой тебе больше нравится. Кстати, красивые цвета. Насколько я помню, нам нужно вот так вот подключать. Ну, подожди, давай я сначала все проводочки. Вот так вот откроем. Так. Смотри. О, смотри, у нас еще вот тут вот есть какой-то разъем, наверное, тоже. Интересно. Ой, оранжевый запутался. Ну, смотри, давай вот сюда вот. И все, как раз-таки у нас все подходит. Так, а ну. Попробуй возьми какой-нибудь. Вот оранжевый возьми. Давай. А ну. Видишь, я до тебя докасаюсь. Работает. До меня попробуй докоснись. Прикольно, да? Да. Давай посмотрим, какие тут еще есть звуки. Так, тут есть пианино, гитара, потом барабан, кошка. Какой хочешь? Ну, давай кошку. Ой. Так, а может барабан? О, классно. Интересно. А потом пианино. Попробуй по мне. Ну, а это что за режим? Ой. Так, давай посмотрим. Ой. Мне кажется, это мультирежим. Кстати, да, тут, кажется, все режимы в одном. Так, ну давай дальше. Присоединим к бананам. Давай вот эти вот как раз-таки проводки подсоединим. А мандарин? Надо, наверное, что-то с мандарином еще сделать. Давай потом мандарин. Да, давай. Бананы. Ну давай я попробую. О, получилось. Так, к оранжевому. И еще один к розовому. Надо одну прищепочку к руке, а другую к банану. Вот, заработало! Интересно. Смотри, я вот сюда вот нажимаю. Смотри, теперь не надо сюда нажимать, а можно нажимать прямо сюда. Попробуй. А, у тебя не будет. На, вот так. Получается, мы тоже производим ток, можно так сказать. Мы проводим ток. Да. Классно, да? Что-то они у нас одними и теми же звуками играют. Ну, давай, может, надо посмотреть. А что? Что тут? Что? А что это? Вот это да, давай попробуем теперь. Ого, ничего себе. Держи, попробуй. Кстати, можно, мне кажется, два пальца присоединить. Давай попробуем тоже. Мне кажется, работать не будет. Ну давай попробуем. Нет, у меня не работает. Мы сейчас бананы поменяем. Слушай, а что мы с бананами да с бананами? Давай теперь с мандаринами попробуем. Ну давай. Так, убираем все бананы. Они у нас тут бедные. Сломались все. Как нам мандарин-то присоединить? А давай попробуем за это, если получится вдруг. Мне кажется, не получится. Ну давай проверим.
Нет, наверное, надо будет его очистить. Держи, очищай. Угу. Ой, они так вкусно пахнут. Кушать не захотелось. Не знаю, мне не очень нравится этот запах. Ой, тебе ничего не нравится. Мне мандарины вообще не нравятся. Как можно не любить мандарины? А что ты тогда любишь? Из фруктов, я... например. Так. А из фруктов бананы. Бананы любишь? Да. А, ну, я мандарин, ты бананы, все хорошо. Так, давай присоединим теперь, попробуем. Надеюсь, у нас все получится, потому что хочется и на мандаринах тоже попробовать. Бедный. Как его присоединить-то? Ну, я думаю, хватит, давай попробуем, может, у нас вообще ничего не получится. Огонь, у нас получилось. Давай еще раз попробуем. Давай. Все работает, причем разными звуками. Интересно. Ой, что-то... Это как будто бы трактор заводится. Ну что, опыт мы с тобой провели, все получилось круто и интересно. Да, а где можно купить эту игрушку? Во всех магазинах toy.ru. Подписывайтесь на канал Toyrusha в Ютубе и во всех других социальных сетях. Ставьте лайки. Пишите комментарии под этим видео. Мы знаем, чего хотят дети!